с короткий, получаешь щит. Хорошо. А чё, КВ 12 на 12 не будет? Вряд ли. Ты чё там по никнеймам? Намного. Смотри, вот этот... Вот, Секс, Баш, это Никсон. Да, наверное. Еще вот этот ОРДМ слабый. Вот этот Секс, Баш, это Никсон, наверное. Ну, Басси это Фиделис, скорее всего. Сильванир, как всегда, с нормальным ником будет. Клин, либо Фил. И все, в принципе. Еще кто там? Лирих был? Лириха тут нет. Хотя, возможно, он под ником Ови. Давайте, простите, ресет. 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 Нет, нет. Не... Блять, мы ready? Давайте все. Я дропнул вот длинный ашпис. Это еще не лайф. Хай, биби. Hello. Good luck, guys. Yes, thanks. Кто сейчас в спеках, поиграйте на next карте. Это 100%. Ну, это если мы. Да. Да. Это лайф, пацаны, это лайф. Все берем нормально за. А у нас 2 кау, да? Хорошо, двигаемся на маркет. У нас плюшка ФК, мужики, вы че? Для ушей. Бля, я сорачился, так все. Дай, дай, дай. Еще раз. Я тебя плюшка, бери эволку. Вот я дропнул длинный айшпис. Мне дайте щит. Кто-то. Спасибо, все. Пехота, все на маркет уйдем. Арбалетчик Криспин с пехой бегает. Дойдите. Пока что... Арбалетчик сзади, надо, чтобы кто-то его прикрыл. Мужики, выберите там, кто на копье готов стоять. Давайте. Короче, да, псих, стой на копье, там, командуй пехтуры. Говорите, Пехот. Где Кава? Постреливать будут. Не на колодце. А, Кургит, постарайся быть с арбалетчиком, окей? Понял. Но не всегда, окей? Они ушли налево, скорее всего, то ли направо. Ну, направо. Нормально все с картой. Они на рынке. Ну, на рынке мы. А где флаги? Пехота, да, через лево идем то, флагом. Черт возьми. Выходите через тоннель, идите. Ой, бля, я не помню путь тоннеля. А, сюда, ладно. Там, блядь, по прямой можно просто идти. В Тауэре кого? В Криспин стой тут, просто отстреливайся, они уже там. А мне с ним стоять? Пехота, щиты поднимаем и двигаемся. Не-не-не-не. Не спрашивай, у меня 4 кавы. Пехота, иди. У нас у тебя кава? 4 кавы. 4 кава, нихуя себе. Кургит, бери айшпис в руки. У меня нету ауга. Криспина, прикройте кто-то. Пушаем их пеху, ребята. Их пеху пушите. Пушите пехов. Пушите. Раш. Осторожно, сзади кава будет. Сзади кава. Прикрываем. Давайте пушить их пеху, пацаны, пожалуйста. Нормально. Мужики, пытайтесь вместе играть, не надо отходить друг от друга. Бля, это хуйня, может пикнем побольше кава? Нет, кава не сработает. Нам просто вы пехами зачем-то разделились, да, и все в разные стороны. Почему-то пошли. Многие поздыхали пехи, разделились и все. Арбалетчика надо на одного побольше. Не, пацаны, просто надо пехами их задушить. У нас столько пехов, и просто должны вместе пойти, не разделяться. И просто пушить по очереди. Сначала вы пушите одного, блядь, потом второго, типа лучника, и всю их пехоту.
У них кава... На, идем на башню все. Дальше к башне идем. Пехота. Просто стараемся убить их пехоту и все. Мы выиграли это, короче. А как с кава? Гримгар просто спасил. Мне кажется, тут нужно больше, чем один пикинер. Да-да, там, там щит дальше, 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 дальше щит, дальше щит. Вот пехота идет, а как же кава, она же, блядь, пехоту потом атакует? Ну, нашу. Нам надо больше пиков пикнуть. Кабанчик сможет за пикинера отыграть? Да, смогу. Все, бери пикинера тогда. А, Ресень. А, ты в спеках, блядь. Крас, ладно. А, продолжим. Гримгар, Хелфрид, Хелфрид. Сможешь за Пайкера отыграть? Напиши в чат. Блять, опять нахуй так залупа начинается. Выходите на флаги. А, да мы их быстрее, быстрее их пойдем туда. Так, а вам нужно запушить. Оживите, не атакуйте слишком много. Стоим у флагов, стоим у флагов. Хот, стоим флагов. Щиты поднимайте и у флагов стойте, все. Сзади кава, сзади кава. Отлично. Хорош. Ловите его, пиздите. Хорош. Молодцы. Осторожно, осторожно. Держите щиты, держите щиты. Держите щиты, просто подтимите. Держите приз, спасите. Да пизда, Криспин, беги к нам, брат. Щиты, понимаете, все. Если что, не иди туда, крас. Вы два лучника. Красик, иди к нам. Один справа, другой слева стреляет. Поднимаем флаг и все. Вальгала, щит, брат, щит. Все. А он сбоку ему стрельнул. Щитами, они с двух сторон стреляют. Щитами, просто стойте и все. Маневрируйте еще, чтобы не попали. Лучники. Стоим тут, стоим тут. Вы должны были мне помочь, если что. Стоим у флага, просто живем, живем. Жить надо, блядь, жить. Нам надо жить. Все, пушите пехов. Только не сдыхайте. Никсон, вот этот Никсон. Алло, задержи. Спереди, вижу. Просто живем, пехота. Живите. Хорош. Это я... Не разделяйтесь, пехи, не разделяйтесь, вместе на флага, все, молодцы, все просто хорошо. Подняли флаг. Нормально. Пехота, идемте туда же. Я видел, у них точно Никсон есть, я видел, у черный скин. Да похуй, кто там, мужики. А у меня нет щита. Димас, возрождайся. Ну, да, ладно, у тебя нет щита для него. Блять, На похуй будешь сзади стоять еще. Просто до конца стой где-то в закрытом месте. Стоим тут же, не идемте дальше. Стоим тут же. Криспин, в следующий раз просто будь у пехотинцев. Пехота у флагов, иди ты тоже у флагов. Я отрезал, я до вас не смог дойти, понимаешь? Да понимаю. Все, просто бегай с пехотой. Я там жил минуту, но мне было 2 кавы и 2 пеха. Хорош. Так, вы че столько айшписов взяли, пацаны? Это фаланга спартанская, знаете такое, да? Сейчас посмотрим. Флаг, думаю, либо на маркете, либо там же будет. Так, пехота, к флагам идемте, давайте. Хорош. Ой, блядь, хорошо, что флаг тут. В чат не пишите им, блядь, нихуя, пацаны. А Криспин... Кстати, а вы не расцениваете такой вариант чисто задержать их, пока мы тут берем? Не, хуй так. Не матюкайся. Стоим тут, все, пехота, стойте тут, Криспин, стой у пехоты. Допустим, кто это? Кабанчик, прикрывай Криспина. Я вроде на пике сижу. Ладно. Справа, да. Криспин. Пургит, стой тут, прикрывай. Я сзади, я на волку. Пехота, стоим тут. Все, пушите их пеху. Класс. Кава, осторожно. Не везет, конечно. Кава, помогайте нам. Короче, я лупук не беру, потому что у меня реакция сейчас плохая. Пацаны, вместе. Живем. У нас хорош. Блядь. Бля, зря мы запушили их, однако, надо было просто постоять. У них кал больше, поэтому мы стирали. Металки нельзя, да? Но у тебя нету денег на металки. Да. Пехота, давайте на башню. У тебя есть деньги на металку.
слишком много кто взял альшвесов из-за этого. Да. У вас должно быть там 2-3 альшвеса. Не надо там. Не надо там всем брать, мужики. Я, смотрите, я кугит и кабанчик, альшвес, и все. Все. Больше никто. Тебе масс надо? Ну давай. Пехота, идем к флагам. Давайте быстрее. Скорость прибавляем, скорости. Давайте. К флагам. Там уже кава присела, блять, ебаная. К флагам. Альшписы, блять, доставайте. Я коснул каву. Пехота, все, идем к флагам. Криспин тоже к флагам. Щиты поднимайте и все. Щиты поднимайте. Вы ж... Да, блять, пацаны, ну как так-то? Стойте у флагов просто, стойте у флагов, ребята. Флаги. Все, стойте тут. Не пушить этих пидорасов. Не пушить. Отходим. Давайте, запушим их. Пушите этих долбоев. Пушите. Осторожно, кава. Запушивайте пехов, мужики. Вместе. Все тихо, спокойно. Стойте там, где стоите. Флагом, идите. Флагом. Добейте этого одного. Просто стойте у флага, все, живите. Просто живите. 50 секунд пожить. Ладно, сейчас что-то поменяем. За вегеров, за пехоту сейчас будет лучше. У них слады, конечно. Хреново. Криспин, давай лучник, как всегда. Ага, что-то дропать вроде бы не надо, да? Дропни Криспину щит. Ща, дропненький. Мы тебе с Кимми скидываем. Ну, я и Димас скидываем. Короче, я не знаю, если смысл добавлять каву, потому что... Кто это зашел? Бучу. Нахуя? Мы не скинем на всю пехтуру с Кимми, так что они... Да не, это хуй-то сам по себе. Это какие-то устаревшие закупы. Короче, заходи, сын иудеев. Кто там еще сидел в спеках? Гейлорд. Гейлорд, заходи. Вальгала в спеке. Давай. Ты все, в принципе. Гейлорд, заходи, Вальгала в спеке. Пока что так. Гейлорд? Да. Да кто это? А кто это с ником Гейлорд? Это Грейворн, что ли? А, ладно, Гейлорд, тогда иди в спеки. Это я. Да, иди в спеки, дай. Да. Печально, да, знаю. Да. Первый раз пришел за месяц поиграть. Пропускают. Нет. Давайте напишите, попросите. В принципе, у нас с Кимми, я думаю, у нас больше шансов вообще их ебать сейчас. Так, сейчас смотрим, что там она... Дропнул. Еще раз. Мудаев, возьми нормальный закуп. Все нормально, думаю. Ну, похуй, идите в башню. Да. Давайте пехота на башню. Бля, нам, по идее, тупо надо держаться вместе. И все. Сначала надо убивать. Жить побольше, на флагах. Да.
Станем тут. Ты в атаку слишком не выпендриваетесь, потому что это гиблое дело. Кава просто топчет и все. Бля, ну ёбнутый. Лайк напишите им случайно, чтобы не ресетнули еще раз. Кто с кими не берет из пехов? У вас должен быть... У вас с кими лишнего валяется. То бери, я блядь, с кими. Крисмен, давай. Хуярь. Ебаня, ну с кава нахуй по спавну катается, ебнешься. Лайф хорош, Криспин. Еби их, блядь, давай. Блядь, боже. Криспин, ну молодец, ебать. Давайте туда же все идем. Просто быстро, быстро, блядь. Ребята, каждый берите по бесплатному вот этот спир, чтобы от кавы отбиваться. Криспин, давай. Бать. Знаешь, что делать. Ну что ты где? Да, это ладно. На спавне меня кава ебашит. У нас пех на спавне ФК. Блядь. Демон слоу ХП уже. Я пытался спасти его. Это... Татарва, да, был? Я пытался спасти их, меня-то не ранили, наоборот. Я думал, что там на него напал этот всадник, я побежал его бить. Коня, нормально, только цель. А где враги? Выходите на флаги. Так, стоим тут, ждем своих. Давайте. Пеха, дайте ему одну копию. Двое слева, три кавы. Да ладно, забью же. Одна. Вообще чисто ноль. Да идемте на флаги все, на блядь. На флаги все стоят. Станьте на флаг. Просто. Там кава сзади, я ее задержу. Глинк, может, прикрывай, хорошо. Димас, он тут. Я этот, через... Хорош. Я поднялся в не товар. Пушите их, не пушите. Вот этих двоих запушите всей толпой. Вот этих двоих. Пушите. Блять, меня поймали. Запушьте пехи, запушьте двоих, блять. Осторожно, кава сзади. Так, давайте пехота, стягиваемся на флаги все. На флаги давайте идите. Вот это одного. На я задержал. Блять. Нам надо одно лучик. Ребят, может я возьму кого-нибудь их другого? Кава нас ебёт. Давайте я каву возьму. Вас не ебёт кава. Вы как идиоты разошлись, блядь, в две разные стороны и вас выебали. Вам нужно, блядь, вместе идти и одну группу запушить. Смотри, за контр пеху, чтобы они не шли туда-сюда. Просто стояли флагов. Если враг будет пушить вас, просто стойте флагов и отбивайте. Ой, я просто возьму... сказали на двоих идти, как бы мы разбежались, что-то и все. Вам просто нужно вместе, понимаете? Вы видите, один пех идет пушить там толпу, идете за ним. Командуй пехой. Идем на башню. Супер, раз, блядь, сейчас. Криспин, я должен был первый, я класс поменял. Ладно, без щита поживешь. Я без щита буду, я уже дал лучнику щит. Бля, куда ты там... Бля. Зачем щит лучнику? Что за. Ждем. Не-не-не, Дима, сюда нельзя. Не-не, не идите туда, пацаны. Вообще. Там смерть. Криспин, может, лучше наверх заберем? Ранил одного. Блять, боже, как они играют, я хуею. Ладно. Если можешь наверх спивись, мы тебя продали. Не разбиваемся, стоим. Блять, лов хп кава. Идем. Хорош. Все вместе собрано. Щиты наверх. Слева кава, слева.
Просто... через лево, щиты прикрываю. На флаг. Давайте, на флаг, все. Димас, а еще в центральном проезде тут чел... Вместе, ребята. Кава, помогите. Ребят, назад, пехот, назад. Пехота к флагам, да. Пехота к флагам, идите. Кава, помогите пехоте, пацаны. Гургит, возьми каву. Понял, хорошо. Я возьму пехоту. А у нас что-то пехота пропала все. Скиньте-ка защит лучнику, мы уже. Скину. Давайте пехота, идите на центр. Башню идите. Ну что это за куб татаж? Я в прошлый раз вообще без щита играл и выжил. Даже убил всадника, так что... Ургит, ты же на каве, да? Да. Все хорошо. А, прости, кабанчик, я думал, ты этот... Наш... А что ты сделал такого? Ничего, я тебя помню. Так вот. Давай поцелуемся. Пехота, давайте к флагам идем. Блочите один из проходов. Когда залетать. Блочите один из проходов. Вам нужно заблочить. Там, куда они пойдут, чтобы они не разошлись. Стойте. Ой, блядь, осторожно. Кава, осторожно, убейте Каву. Добейте, блядь, пиздите его, хорош. Так, пехота, акцент. А, Криспин, стой флага, пехота. Сейчас под. Сейчас посмотрим, где они будут. Налево идите и блочите их. Налево идите и блочите их. Просто налево. Просто все в левый проход, все пехи в левый проход. Брось ты этого ебаного лучника. И вместе, блядь, просто вместе. Ну у вас опять 10 пехов просто в разных. Простимушка. Пехота, ну давайте, тащите же, пацаны. Видите их каву. Жите, просто жить. Лучник убил. Ну все ясно. Давайте сыграем 6 на 6, так лучше. Это не поменяет сути. Почему? Ну, потому что у них игроки лучше. А тут, типа, никто не соображает. Типа, без меняется. Приколов. У них преимущество сразу получается. Ты посмотри этот историю. У нас сразу смерти идут. Потому что, я говорю... Сразу у нас раз, два, три. Три человека отлетело. Мы же сразу минус три принимали. Фрака. Что, Дима? Радоки. Радоки, думаешь? Ну да. Может, Фрэнк... Ну, дивизионом А чисто сейчас это... Всех из дивизиона выйдет. ТК дивизион, 6 на 6. Так у нас намного больше шансов. У них этот же состав, мы их вот это... Против выиграли их тогда. Просто лучше 6 на 6 все равно. У них типа Никсон все равно тут, блин, да ну ебаное. Кто там говорил, он сильный, нихуя подобного. Дайте. Между раз. Прочим, они всю игру делают. Они на каве катаются и вас всех кавы и снимают. Смотрите, а Плюшка, этот, Димас, этот, Кабанчик, Криспин, да, Раб Божий еще. И кто у нас тут? Гринграсов, Красик. Я возьму Пайкера, пацаны, окей? Я возьму Пайкера. Но ты же не дивизия, она.
А тебя и не спрашивали, ебать. Криспин, глаз, капанчик. Ну чё, на 7 получается, кто лишний? 7 на 7 давайте тогда. Скажи, все его АФК ушли. Кургит, смотри, Кургит за Каву, этот, Тимасы, что-то так столько народу выходит. Димасы, Клюшка за Каву. Кстати, а чё мы Санди Буш не выбрали? Да, блядь, кто зашёл? Мудаев, выйди в спеки. Татар, блядь, выйди в спеки. Я не хочу, почему? Я хочу тоже играть. Я сейчас скажу, что тебя кикнули. Так ты с обеими меня, выйди, почему я должен играть? Чего вы начинаете, типа, ты выйдешь в Next Swap? Всё, давай, выйди уже. Ты зайдёшь за нордов, если ты хочешь играть? Да, зайди за нордов, Pet Sister. Сейчас посмотрим, если сливать начнем, то можно кого угодно задобавлять. А пока еще есть шансы на 6-0. Да, блядь, Татар, ну зайди в спеки, заебал. У вас еще Горгонит какой-то. Да он его кикнуть сейчас, ты заебал, блядь. Ну хватит, ну что ты устраиваешь, давайте играть. Зайди в спеки. Заебал, блядь. Да пусть поиграет, блядь. Да какой поиграет, брат? Выйди в спеки давай. Ой, блядь, ди, хотя еще забили, зайди. Вместо Мудаева, вот, Татар, вы зайди. Блядь. Я тебе уже... Я Кава, да? Да. Блядь, погодите меня, сейчас сойду. Лови, крэп. Я что еще не начинать сейчас. Сколько у них кавы будет? Больше 5. Бля. Если будем играть нормально. Типа 3 кавы. Они от кавы побеждают. Не побеждают никого, не побеждают, потому что, блядь, у нас пехи не могут жить. У нас еще нужна пехота, да, она дохнет быстро. Как в прошлой КВ-шке, собственно. Только тогда был А-дивизион. Мы выиграли, блядь, тогда. Че, по итогу 8 на 8, получается, играем? Не-не, сейчас зайду, погодите. А вот этого, блядь, оторву спеки. Да пусть оторва уже сыграет, зайдешь за нордов, что ты до него доебал. Да он, блядь, двухручку, даже щит не берет, блядь, щит имеет. Ну почему у меня тогда очки всегда лучше, чем у тебя? Какие очки? Тогда закупись нормально и играй. Купис. Хорошо, я закуплюсь нормально. Так и ну все, тогда ты псих зайдешь за нордов. Лучше вот он реально тащит. Надо всем двуручку взять и тогда победим. Угу. Тогда вас, блядь, вам луки в рот надают за 5 минут. А, ну, Анубис скажет спасибо. Да. Сын и Иудей уже как-то побеждает. Нормально. Давайте. Да, псих, зайди за нордов зайдешь. Пусть оторва закупится нормально и поиграется. Бля, дайте поиграть, ёба народ. Зайдешь за нордов поиграешь. Тебе не... Тебе принципиально за какую-то оторва поиграть? О, блядь.
Дай, короче, псих, сейчас старого поиграет, ты зайдешь за нордов. Ебать, ну, окей, хорошо. Вы так можете бесконечно тут сраться, ну, типа, пусть уже... Ну, типа, смысл, блядь, он нормально не играет, блядь. Он нормально... Татарова сказал, он нормально сыграет, так что все хорошо будет. Татарова, и кто второй пех? Да, я закупился, нормально закупился. Кабанчик, ты второй пех? Угу. Купите... Вторые щиты... А, стоп, у нас один. Да, у нас один. Тогда. Тогда, Татарова, закупайся на себя, кабанчик, скинь щит лучнику. Как мне закупаться? На себя? Да, на себя. А, кабанчик, то есть никому скинет. Ничего не докупать, понятно. Да, да. Только, ну, только без двуручки. Только что долго... Ну, если только пик... Придерживаемся. Давайте быстрее лайк. А конь скинет, но меч... Так ты смотри, ты если закупаешься... А, стоп, мы за родоков, нахуй нам что-то сбрасывать, ебать, я тупой. Все тогда нормально, всегда никто ничего не покупает. Делайте 2 плюс, хуяще. Бэби, пускай Цитрон поиграет с нами и Биби. Биби, он не тут. Тогда пускай Цитрон, я хочу, чтобы чехи тоже с нами играли. Ладно, зайди, Цитрон. Что... Цитрон, you can play with us. Эй, блядь, я буду четвертый кавой тогда. Цитрон, цитрончик. Цитрон. Подворачивайте. What I'm playing in Hungary or? Цитрон, you can join us now. We are Rodex. What you want? Info? As you wish. Classic set. Or... Okay, I will infantry. You wanna play as... Все. Infantry or archer? Infantry. Okay, use infantry. You are good at infantry. Подожди. Фу-фу-фу-фу. Кургит, ты тут? Да. Смотри, делай так, чтобы пехи вообще только были у флагов, и там и были, все. Хорошо, но тут еще зависит, во-первых, зависит от того, как они будут жить, во-вторых, как они будут подворачивать. Просто поставьте щиты, и все. Кава вам поможет. Просто пехота, живите и все, блядь. Вот что вам надо. Куда пехота. Воевать бежать? Идите на телегу. Возьми в next пехоту. Инфантри, stay close. Ну, нормально, мы 10 на 10 играем. Ну, ладно. Тогда пехоте просто еще сложнее будет. Они должны максимально прям жить. Ну, поживут. Кавалерия, не нахватайтесь там стрел. Они на этот... Противоположно нам, короче, пешка. А, блядь, флаги нахуй еще минуту ждать, это вообще пиздец. Они поднимают еще быстрее. Если мы не угадаем с флагами, это вообще... Я кринжую. Ну и либо у них, либо на центре. Это первый, так сказать, свап этой карты. Идем налево. Так, ну... Криспин, могу только пожелать удачи, я не знаю, там... Пытайся жить. Пехи и... Просто вместе бегайте. Let's play together. Подходите к ним потихоньку. Push slowly. Грасс, играй на копье. Кава, помогите на лучнике, на рыбе один пех. Кава. У них лучники прикрывают, что делать? Stay here. Хорош. Сейчас зайди. Скажите, когда пушить? Пушьте. Просто живите максимально и все. Просто живите и все. Живите, все, стойте тут и живите. Кава, просто помогайте. Со спины не хлебайте. Просто максимально живем, пацаны. Прошу вас, просто жить. Хорош. Стойте тут, не идите, стойте у флага. Кава, старайтесь. Стейнер, флекс. Хорош. Поставьте. Кургит. Кургит, выигрывай время все. Просто. Просто пехота на центре, где вас пушат вдвоем, просто живите, время тяните, все.
Живите просто, сзади Кава, осторожно. Просто живите. Добейте у арба там один. Меня втроем забрали. Мужики, на флаге убейте, нет. Челов на флаге убейте, челов на флаге. Пушь, у них флекс. Пушите, блядь. Все, пушите. Этих двоих давайте. Живите. Да как вы живите, блядь, флагу. Живите. Пушьте. Убить пехов. Мужики, блядь. Убейте, Кал. Ну как, татар, нормально отыграл, да? Да, что? Нормально хоть. Ничья. А, все, ничья. Это, блядь, я не знаю, это был наш раунд. В смысле ничья, я не понял. Потому что флаги одинаковые. Давайте так же играем. Это хорошо, что ничья. Хорошо, что мы не проебали. Это был наш раунд, это его супер клево, да. То, что ничья. Вы просто, блядь. Повезло. Просто 5 кавы вот зарешало сильно сейчас. Не, ну кто на копье стоял, нормально, мужики, и все хорошо. Ага. Просто сейчас флаг либо будет на центре, либо у них опять же не будет второй раз. Не, будет тут уже. Тут же сломанный спаун. Возможно. Я заметил на всех руссерваках какие-то сломанные, блядь, спауны флагов. Это не руссервак. Ну какая разница, его что русские хостят. Охота, просто помните, что такое жить. Вот, как вы жили в прошлом раунде, это охуенно вы сыграли все. И матюкайся. Играйте дальше. Не, сейчас флаг либо по-любому у нас, либо у нас будет. Пехота, кто там вдвоем пришли? Гайс, камон, гайс. На флаге, на. Криспина прикрывайте. Кава и... Ой-ой-ой, туфлекс, есть, туфлекс. Цитрон, лайф. Криспин, блядь, ты где? Блядь, я минус спросил. Хуёво, чё могу сказать? Просто пехота, сейчас кто на флагах, живите. Всё, живите. Просто стойте там, живите. Не, Криспин, иди на камень, наверное, я не знаю. Сына Удеев, сзади! Лучше будет. Кава, и пушите их пехоту, типа, тяните время. Всё. Мы не, ждём просто, когда они запушат. Да, ждите, ребят. У нас в пехоте минус сильный. Бля, пехота, просто максимально живите. Если будут раши, то отходите. Блядь, там, тихо. Отходим, пехота, отходим. Пушбэк. Бля, ну кто там на копье? Пушите их, все, давайте, можете пушить. Пушите их, пехота. Давайте, живите, все. Просто живите и все. Круто же. Да, не, тут, блядь, уже не пережить эту хуйню. Извиняюсь. Да, есть. Нельзя умирать до замеса, мужики. У нас еще шанс ты... ничью, так что не расслабляйся. Кто на копье, если ты типа не можешь... Если тяжело через тильду, просто стой за пехами, смотри по сторонам, если ты не можешь через тильду чекать. Флаг у них будет, скорее всего. А Кава, вам вообще нельзя умирать до замеса, вы что там за рухи? А, я не умирал, я в последний вообще умер. А, бля. Кава, пока стоит. Да. Блядь, тихо. Пиздец. Сейчас словлю этого пидора. Пытайтесь поймать Каву. Назад, это вам не... Всё, разворачивайся. Тихо, блядь, возьми пехоту, кстати. Да зачем, блядь, всё нормально. Он подал, он за пенку лучше, блядь. Он ОФК стоит, что ты ему говоришь? Пехота, осторожно, там. Найс счёт. Пехота, идёмте к флагам, давайте. То же самое делайте, только вот раз. Просто быстро идите на флаги и всё, кстати, там жить. Не, блядь, псих, съебись оттуда с центра, тебя сейчас... Ну, у тебя уже кава лоу, блядь, я в ахуе. Чё ты там делаешь? Меня кава не лоу, пол хп, ебать. Всё же лучше, чем лоу. Вообще нельзя дуэлиться. Блядь, блядь, ёбаные металки, меня заебали уже, сука. Пидорат, блядь, хорош плюшка. А я покнул, это хуйня. Терпите, мужики. Не ловите прежде времени стрелы. А, ебать. Ок, меня какие металки заебали. Пехота, пушьте.
Лук лол. Охота, пушить просто. Ой, бля, извиняюсь. Помните, что такое жить? Делайте это. Живите просто. Хорош. Грас, иди к флагу, стой флагов. У флагов стой. Стойте флагов, у флагов стойте. Вот это... Флагов стойте. Пиздите этого одного. Пиздите этого одного, давайте. Убейте пеха на флаге. Димас, помоги. Кава будет за пех. Хорош. Цитрон, ставим флекс. Хорош. Так, Криспин, я еду. А, он last. Don't. Sorry. Хорош. Шансы ничьи эти, пацаны. Давайте просто нам так же играть. Тихо, чтоб не афкашивать. Ноуней. Тихо взял пеху, да? Да. Все хорошо. Да, не забывайте апать закуп. Типа, да, это главная ошибка, то, что вы не апаете закуп. Даже если вы никого не убили за раунд и выжили, у вас есть деньги апнуть закуп. Кургит, просто постарайся идти, блядь, не на копейщиках. Хуякнул и все. А естественно. Надо и. Я и так всем помогаю, просто так получилось. Это хорошо. Флаги у них. Где флаги? Хота, идемте к флагам. Это нам везет уже сильно. Хота, просто идемте к флагам. Один ковальт. А, это наш. Хота, идемте и живем там все. Блять, ну я не знаю, ну псих, ну ебану в рот. Ну флаги заспавнились, ебись ты с центра. Блять, отвернул игру. Не писал кто-то. Охота, живем, просто максимально живем. Пайкер, блять, стой, прикрывай скот. Пехота, у флага, стойте, не отходите назад. У флагов, братва, у флага, все. Давайте рашить их. Живите вдвоем. Живите. Пехи. Кава, заезжаем на пехов, кава, заезжаем на пехов. Кто там? Цитрон, лайф. Not bit. Просто живем. Хорош. Помогите там, кто один стоит. Помогите там твоим двум. Просто живите. Арисейн. Пехота, живите. Просто живем. Сзади! Лайф. Not bit. У них это, оно безживая пушка. Вижу. Ну, могу видеть. Бля, я столько бил, в итоге только один килл сделал. Нет, два килла. Так, главное не киллы, ребята. Главное, чтобы не жили, не помогали. Можем, кстати, если чью выйдем, то можем запросить дополнительный сет. Нахуй надо, я хочу уже это играть. Да ничего, сделаем все, пошли они нахуй. Ты чё? Ну, раньше времени говорите. Ну ладно. Вход, идемте к флагам, давайте. Ой, у меня пинг, но я все равно буду жить. У меня столько упадет. Сейчас, осторожно. Пехота сзади, кава.
Ну, по правой части, куда вы идете? Правой, пехота. Да, по правой части, по заборчику выходите. Сзади, Кава. Криспин сзади. Хорош. Ранил одного. Hello, just.
Čím si dávám ten zoom, hej, když mám ten noc? To musím někde v nastavení. Někde Včkem, Cčkem, něčím takovým to bylo. Včkem možná. To jdu nastavit na něco jiného. Tak to nevím, jestli to jde přenastavit. Ale bacha, třeba na těch nedělních eventech, to je lehce rozbitý. Jak moc rozbité? No jenom jako lehce, protože tam se je místo Kafky jako normální pěchota lineová, že jo? A je to prostě poskládaný z různých těch. Je to poskládaný z různých prostě kusů jiných jednotek, takže to může být rozbitý v tom módu. Jo, to není problém. Ale je to jenom vizuální bug, jako něco zásadního. Jo, tak to je v klidu. Ty vás to nejde přenastavit. Ale ta hra vypadá úplně jinak v tom módu, no. Vypadá to dost líp, ne? No líp, většinou tam jenom prostě jsou ty, že, textury, které mají vyšší kvalitu v základu. Ale mě třeba na tom srali neuvěřitelně zvuky oproti tomuhle, z tomu nativnímu, jsou strašný. A myslím, v tomhle módu to bylo, že když někdo chcípne, tak tam můžeš mít až křik, který trvá půl minuty, jo? Takže slyšíš půl minuty po tom, co někdo chcípne, ještě křik ty umírající osoby. Půl minuty? OK. Jo, jo. Ono to tam je v základu, že jo, prostě to jsou tam linknutý prostě zvukový soubor, že jo, k tomu, co to má dělat. A prostě ty to můžeš klidně dát i třeba na, vole, nějaký, nevím, nějaký, vole, koláž písniček hodinovou, a když někoho zabiješ, tak ti to další hodinu bude prostě pouštět písničky. Ale málo, kde se to může nastavit? To si nemůžeš nastavit, to prostě musíš přenastavit v souborech a upravit soubory hry samotný. Škoda.